Так, нам нужно с тобой найти фей, но они где-то в этом лесу. Я предлагаю пойти дальше. Костер такой, елочка горящая. А, ну это да, вообще. Ну, ну. Я предлагаю пойти. Знаешь, вообще, на самом деле, вот я так подумал, если бы... Идем сюда. Если бы мы были в огненном мире, да, и били бы нашими мечами огненных на зачарованных на Оно бы не горение. пошло. Нет, наоборот, оно бы их лечило, они же огненные. Ну, даже же не пошло бы все Мы это. были бы для них хиллерами, по идее. Но это Майнкрафт, поэтому fucking logic. Скорее всего, да. А потом можно будет, наверное, в будущем кому-нибудь в Майнкрафте, когда уже в кастом NPC додумают, Да чего я не попадаю, по-моему? придумают какое-нибудь свое зачарование, например, там, не знаю, там, Ледяное какое-нибудь. водный, там, меньше, ну, там, удар воды и просто будет тушить огненных мобов. Может, такое бы сделать, но не знаю, было бы прикольно на самом деле, то есть можно будет зачаровать оружие на разные элементы, то есть, например, если ты чаруешь на воду, то против тебя там легко огненных убивать, но зато если ты будешь бить там, не знаю, земляных водой или водных, будет, ну, как бы водные просто ничего не будут чувствовать, они наоборот будут лечиться от этого, а земляные вообще будут получать, позже минус 5% урона, то есть они будут не чувствовать, зачем быть типа того. Ну, Против огня интересно. там элемент молнии какой-нибудь, ну и так далее. Так, где же эти чертовы феи? Там, кстати, смотри, под водой какая-то шахта, или мне кажется, жди тут. Я сплаваю, посмотрю, это Тоже я... хочу. Пошли вместе, просто я боюсь, что ты потом не выплывешь, и все, и каранты. Конец. А нет, там ничего нет. Да просто не знаю, кто-то решил озеро подсветить. А? И что, это не очень круто получилось, на самом деле, мне не очень нравится. Хотя у меня уже 61 левел. Тут трава под водой, Кость. Трава под водой. Смотри на это, просто Ну это круто. божественно. Это просто этот Руки кривые у кого-то. эльфийский лес просто называется, да. Мне кажется, это руки кривые. Пошли, пошли, феи. У тебя здесь скорость есть, может выпьем по одному? Давай. То что-то мы с вами Тяпнем. медленные какие-то. Так, ну что ж, пошли. Так и не нашли мы с тобой феи, и уже опять прибегаем к эльфийской деревне. Возможно, они просто находятся с другой стороны. Идешь? Тут другие стороны можно много найти, на самом деле. Ну, Вот. погнали вот сюда. Валимари, блин, такие называют эти локации странные, я уж в шоке. Тут все таким лесом закрашено. Тогда ужасная локация, не правда ли? Ну, не романтично. А, вон там какой-то проход, если там еще какой-то Фред досидит. Ты идешь? Фред сидит. Пошли к нему, побазарим с ним, я узнаю, что он хочет от нас. Уже Фред. кайфово с утра, смотри. Да, вообще Никого никого нет. нет, будем все время играть утром. Маленький человек, прийти помочь мне. Чем я тебе помочь? Меня обидели те циклопы. Фред расстроен. Фред хочет побить плохих циклопов, но Фред слаб. Фред просит человека, чтобы побил циклопов. Нет. Пошли это. Убьем этих циклопов, которые впереди вон там сидят. Ну, как сидят, лежат. Да, они какие-то... слышу, они какие-то умершие полностью. Павшие вниз. Пошли вон туда, к тем циклопам, эти сдохшие. Починить при нашем величии. Может, они просто их уже кто-то убил? Но они, в принципе, для нас пока что слабые. Мы вообще в эти локации должны были раньше идти, но просто, понимаете, ребята, в нубских локациях, вот в таких, было слишком много нубов, которые нас пытались убить, а когда на тебя нападает куча народу, просто тяжело выжить. Ну, а к Ванигилейшине, поэтому я играю с толпой в Ванигилейшине. Пиу-пиу-пиу. Вот, но на наших мини-играх мы уже настолько планов, думаю, пока что, конечно, ничего у нас там такого хорошего, ну, как понять, хорошего, такого крутого прям нет, но если, погоди, давай посмотрим, что там в шахте было слева. Ничего, тут проход по кругу. Не, тут вниз есть какой-то. А нет, там ничего тоже не сделали, Чушь. обленились какие-то, тьфу ты, ё-моё, только запутали нас, Просто ленивые задницы. один обманности. Эти циклопы дохлые какие-то. Не поднимаются вверх. Да, ну, видимо, они не поднимаются вверх. Что-то мне это напоминает, ну да ладно. Чего же? Где-то я это уже слышал, только это было в единственном числе. Ну вообще как не поднимается? Все отлично поднимается, чё? Вон, ну это мы о своем, ребят, не заморачивайтесь. О чем Ой-ой-ой. же это вы подумали, уважаемые зрители Господа подключения? извращенцы, Почему сразу же господа извращенцы? Чего ж такие прямо толстые намеки-то? да? Не знаю. Я вот не знаю, нам может пикси надо реально гасить, потому что я феи здесь не вижу. Может, они имели в виду типа загаси нам фей, ну типа пикси. Пикси.
Квест, ну когда я посмотрю, другой город, Краснолай, путь героя, разные, в гостях у кобальда. Мы, кстати, кобальдов так и не убили. Сходим к ним. Блин, Маш, надо бумагу какую-то достать. Туалетную. Парняжную тему. Да, я тоже хотел туалетную сказать. Пошли, пошли, может, ты около озера эти фиги где-нибудь есть? У меня, кстати, почти сама аспирончика. Пошли сюда. Почти сломалась. Я тебе говорил, смени. Ой, изумруд. О, моя. А. Моя блестяшка. Не твоя, вот и бесишься. Вот ты бесишься. Ой, я нашла этот, как его. Кого? Пыль, которую надо было принести какому-то парню. И сколько ты ее взяла? Одну штучку выпала из этого. Сколько нам вот нужно? Не знаю. А, то есть пикси, с них типа падает пифея. Ну, логично, да, логично. Ну, как сказать, логично. Они желтые, конечно. Блин, почему одни упоры-то шумерятся? Вон еще. Круто, подбирай. Если так, еще какие-то ткань падает, шелк. Посмотри, посмотри по квесту, сколько надо пылик. А, я не знаю, у меня столько квестов набрано, я тебе реально говорю, это капец, я запарюсь смотреть. Не знаю, где он лежит. Знак. Ага, стящиеся пыли 2, а сквонороза 20, паучий глаз 10. А, это для зелья. Ну, не, нафиг, не будем здесь набивать, давай лучше потом его сделаем. У меня лучше будет куча квестов, которые недоделанные. Мне просто штук 50 уже, наверное, квестов, которые нужно сделать. Но... Слушай, ну где фейки-то? Окей. Да, фейки здесь нет, здесь надо пиксели. Да пошли отсюда. Здесь что-то какая-то не очень локация, она для задрота. Скажи ему, чтобы он сделал, может, его. Побольше. Человечнее. Нам вдвоем-то не хватает, да? Подушевнее. Подушевнее, ну. Нам мало всего. Но он посмотрит видео, так что пазда, давай работай. Ага. Пазда. Костюк. Поздюк. Ну где тут выход? Давай. Завел меня куда-то. А вот, нашел. Известную местность. А, ну обратно типа нельзя. Да ладно. Типа варпаемся. Эс-чемист. Ой, я могу не набирать. Да. Пошли. Шу-шу-шу. Исходим, мы с тобой все-таки убьем кобальтов по квесту командора. Угу. У тебя зелье скорости это еще есть на тебе? Две минуточки осталось. Ну нормально, успеем, пошли. Морковочник, кролик. Ходит кушать морковку. Нормально, и... наоборот. Витамины. Булочку кушаю. Булочки кушает. Булки наедаю свои. Булки. Хлебзавод свой развиваешь, я смотрю. Ой, кто бы что говорил про мой хлебозавод? Ничего, мой хлебозавод нормальный, хлебозавод такой. Кто мой хлебозавод хороший? Тебя так, не. Фи. Окей, ну я ничего не имею против твоего хлебозавода, мне он нравится. Ну ты не надо, Ляля. Но все равно он наедает хлебобулочный, это производительность. Пошли. Хлеб он хороший, ты чего? Да, конечно, я спрошу, что. А потом будет кричать, я толстая, мне нечего одеть, я не влезаю в юбку. Я такого точно не буду кричать. Я. Овечка, зачем ты будешь такого? Да, так опять, тут же кобальты рабочие и обычные, нам уже как раз нужно набить. Кобальты тут? Да, так мы их в прошлый раз мочили. Ну не в прошлый раз, позапрошлый. Что тут никого нету. Что-то какие-то, ну пропали, видимо у них сегодня какой-то отпускной день, ну давай ищем. Выходной. Нужно их туда бить, на самом деле, дофига штук, но, думаю, если мы их поищем, так вот, оп-оп-оп. Не знаю, бесит меня уже болеть, вчера температура еще была. Хреново тебе? Да. Очень хреново тебе. Сопли текут, глаза слезятся. Помираешь. А ты мастер меня просто заставляет работать. Почему работать? Мы играем в игры, играть в игры меня все время расслабляют. Ну да, в принципе. Не знаю, тебе не нравится, то я тебе не заставляю. Тебе не нравится. А мне нравится, я вот люблю играть. Не кышкай на меня, я тебе не кошка. Так ты такая, говорит, заставляет меня, как будто бы я вот знаешь такое. Так, Аля, заходи, играть будем. Я просто тебе предложил сыграть утром. Я мог сейчас пойти, не знаю, какому-нибудь ласта записать, который я не записываю уже. Давай, 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 спи. Все, вот так вот женщины все время, вот они говорят, ты меня не зовешь, ты ее позвал, он меня заставляет. Да не, мне нравится, хватит. Ну, конечно, я вижу. Все понятно, вот такси дальше. О, боже мой. Какой ты занудный. Да!
Давай вниз падай, я тут внизу. А, ну сейчас. В самой заднице мира вращали. Тут 40 кобальтов вокруг тебя. Они прямо норовятся использовать свои кобальтские. Кобальдуи. Против меня. А ты где? Тут. Куда ты пошла-то? Иди сюда. Не знаю. В это ответвление сходим, я уверен, тут это есть. Ты тоже брала квест на кобальтов? Да. А, да, тоже их бить. Скорее всего, ты сдашь его, а я так потом доделаю. А, тогда нужно мне их добивать. Ну, добивай. Кто успел, то засел, вообще. Окей, я на телефон зазвонил? Или мне показалось? Нет, ты показал. А что это за звук был? А, антивирус. Антивирус, окей. Не знаю еще зачем, как тут. Отлично. Ну, ты взяла очки? Почему здесь яблочки? Ну, они, может, и яблохавальни. Да, действительно, в шахтах-то яблочек много растут. Ну, вот они поэтому яблоки с собой таскают, то что, ну, знаешь, бабушка кабальдиха насобирала. Варенье хочу с яблок. Сделай. В игре это не сделать. М? В игре этого не сделать. Скажи Коздюку. Так, чтобы завтра появился этот, не знаю, повар. Яблочное варенье. Повар, который варит яблочное варенье. И всякие разные другие вкусняшки. Типа тортик, пироженка. Хавы же тебе баф дают. Найс. Найс, найс. Баф сытости. Поджидает нас тут уже за углом кабальдище. Смотри, мы тут монеты не собираем, да, Аля? Яблоки? Убивала? Я собираю. Вот ты сюда ходил, убивал этих кобальтов. Да все я собираю, может тут не видела. Ну да, может. Вон, возьми этот сундук, он хочет тебя. А, да, у меня же есть с собой медные отмычки, давай, ну, откроем вот его. А дай мне тоже, я хочу тоже. Нет. А, ну у меня две как раз. Ну давай, на одну. Ну может давай, постучу, из него падает, если дерьмище, то не будешь открывать его. А что-то там вкусненькое должно лежать. Ну да, я тебе скажу точно. Так, мне дали с него... Вот да, я даже не понял, это золотые слитки, что ли? Не стоит. Ну, попробуй открыть. Да пофиг, чё париться. Открывай. Чё дали? Okay. Посмотри, что тебе дадут. А, дали ядро лавы, огненное ядро, какашечку, тигровый глаз, вот. Лол, мне ничего такого может, не дали. Может, медных слитков. Может, мне куда-то... Может, мне пробаговало, и мне решили не давать ничего? У меня, в принципе, тебя действительно, у меня все, что было, так и осталось. То есть золотые слитки, там никакого ядра лавы, ничего нет. Убиваю его. Кстати, сейчас много народу на сервер заходит, смотрю. Что-то, видимо, мы с тобой играем уже вот какое-то время. Видимо, нас уже спалили, все-таки, так, они там все пошли быстрее. Пс-пс, пойдем туда, пс. Мешать им было. Так, пуп-пуп-пуп. И, наверное, все-таки там сколько квестов нам осталось этих кобальтов убить. Город. Где он находится? В городе? Я вот не помню. Ах. Трубы в море. Чумные мурлыки. Я, кстати, двух всего убил из 10. Из кого-то. Так. Ну, в принципе. Будь здорова, Аля, будь здорова. Да я не могу уже, устала так жить. Устала так жить, женщина. Ай. Ай, какая жалость. Так, я, кстати, энта-то убил, надо было лесорубу сдать энта. Припасы, железный слиток, понятно, здесь все понятно. О, смотри, ядро лавы надо 5 штук, огненное ядро 5 штук. Да, я в курсе, так, по квесту, вот, который, это я знаю, где этот квест находится, там лагерь такого, лагеря бандитов. Про кобальтов я не нашла квест. Я, кстати, тоже про кобальтов не нашел квест. Квест. Пошли отсюда, убираемся тогда. Нам не нужны эти кобальты. Я там кожаные штанишки можно брать себе. Ну, я не знаю, зачем мне кожаные штанишки. Ну ладно, я возьму. Отдадим по херахе, скажем, ты слишком это. Зажрался парень. Да, будешь в кожаных штанишках бегать. Руда, смотри, что с рудой. Или перекосы этого. Ух ты ж, блин. Паша, у тебя руду перекоса того самого. Перекоса чух-чух. Да, перекоса чух-чух. Все поняли. И, наверное, ну, не все, может, поняли. Ну, освободарен. Смотри, он смотрит на меня, и смотрю на него.
Да ты с кем страшный. Я иду почему-то наверх, она идет вниз. Женщина, ты куда? Ты вообще за кем ходишь? Он такой страшный, у него глазки маленькие. И железный слиток не забрала. Какой? Там выпал с него железный слиток. Зачем ты убиваешь мобов, если не берешь с них лут? Самое ценное с мобов. Какой глаз? Вот, я да. Я думал, там штаны эти дурацкие. А? Кожаные, трусы. А, белое с кожаным перепутала. Ну да, железо с кожей. Я не увидела, она дальше улетела. Хватит мне замечания делать. Буду. Я буду ругать тебя, женщина, полностью, каждую минуту. Я тебя давать не буду. Полностью. Каждую минуту. Ничего, у нас есть свои подходы к этому. Подкаты. Подкаты. Да. Мы уже знаем, как его нужно подкатывать. Чего вы знаете, а? Да, конечно. Годы тренировок. Пикап мастер, блин. Так, погнали. Это самец. Все, хватит комментарии перечитывать. Они, короче, сидели покушать туда. Покушать хочу. Тебе хавать дай? Нет, сейчас я запикаплю эту красотку, смотрите. Морковка. Не, нужно не так, лучше вот так. Ших, все, она моя. Парень, куда пойдем? Ага, пошли. Так, ну я думаю, в принципе, можно даже будет закончить эту серию сейчас в городе. Длинную. О, с тобой кобальт увязался. Ты еще, я кого-то не того запекаю, кажется. Кинул яблоко девке, кобальт подумал, что это ему и, короче... Как девка, ну фу. Да мы в патте. Давай варпимся на хом и там завершим. Ну, кто-то не может варп хом. Хом-чемист. С-чемист. Это явное преимущество. А так, ну, тебе лук? Чтобы я его опять прокакала. Чемис, тебя с праздником поздравляю. А, да, детка, спасибо. Да, а тебя я поздравил, когда у тебя даже еще он не начался, у меня начался уже. Угу. И еще Мирельсан. Мирельсан. Мирельсан, это какое-то мужское не получается уже, если слитно прочитать. Так, ну что ж, ребята, в принципе, на этом все. Мы побегали так по РПГ миру, поупарывались, кобальтов зачем-то побили, хотя квест он то ли взялся, то ли не взялся, то ли... Ну, в моей свалке квестов непонятно вообще. Тут полный жесть. Взяли двух боссов просто. Это уже что-то. Да, ну двух боссов взяли, это, конечно, хорошо. Ну ладно, ребят, в принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте под видео. С вами были Демастер. И Химичка. Психичка. Психичка, сам-то психичка. Я в комментариях это ты сама не прочитала. Не нравится так, не называйте меня. Да, вот, все. Всем удачи, ребята, и всем пока. Пока-пока.